Снимайте меня, блядь. Вот. Почему? Розыгрывай, он посмотрит, какая пресса, он видит, смотрите, о, пожалуйста. Чем вы занимались здесь? Все нормально. Чем вы занимались здесь? Ничем. Рассказывай. Ничем. Кто вы очевидец? Я очевидец. Да, что вы увидели? Я увидел, что эти двое выносили оттуда решетки. Из огражденной территории. Вот, пожалуйста, решетки вы бачите их на видео. То есть вы воровали металлолом, я правильно понимаю? Все, звездо в крестовый, с Новым годом. Я ехал на кольцевом, смотрю вот эти вот черти со своими подельниками. Ломаю ломами вот эти вот эти самые. Я вышел на остановке, прошелся, они уже вынули. Я когда сюда подошел, они уже выносят эти решетки. Мы их подержали, вызвали. Блин, вор, что-то там, ремонт, короче, как-то. Давайте с вами вообще, а то, блядь, так снимаю. Ну вот так мы видим среди бела дня 30 декабря. Ну, по виду они бесхаченки. Просто тупо тырили металлоконструкции из нашего кадетского корпуса. Небайдужие полтавчане их остановили, но часть из них просто сбежала. Ну, на горячем видим. Пішли, подивимося, чи може там за цим забором щось там вони приготовили на винос. А вікна три вже роздерти.